Ой, померли! Сколько еще хороших дел вы могли сделать, а? А ничего же у нас не получилось, да? Ушли такими молодыми! А молоток-то взяли, гвоздики-то взяли, забить крышку надо покрепче. Покрепче надо забить. Чтоб не вылезли. Призрак не бродил потом по улану. Не летал по гробу так. Чтоб печь-то всякое. Но женщина не может тащить так, они же тяжелые. Бедная убивается-то как. У меня самого слезы на глазах, не могу я. Ой, сердце надрывается. Алексей Валерьевич, вы бы аккуратно несли. Ой, бедная. Ой. А поминки-то где будут? В аппетите? Ой, добрые люди пошли навстречу. Пошли навстречу своей судьбе. А что, в аппетит с гробом пойдем? Ну что ж вы, покойники, заходите на фото. Давайте вот здесь оставим, пусть упростится. Закончим. Возле гаранта Конституции, возле милиции можете оставить? Или кто у нас гарант? Президент гарант Конституции. Сегодня мы похоронили последнее, что у нас осталось. Это были выборы. Я не знаю, как мы дальше будем жить, но... Человек — это такая скотина, которая привыкает ко всему. И поэтому я думаю, что наше общество, оно привыкнет жить с электронным голосованием, посредством которого можно совершать разные манипуляции в разных регионах. Вот.
Конечно, выборы были неплохой идеей, но в нашей стране они не сработали, к сожалению. Ну, последний путь мы их пришли проводить. Я думаю, как минимум 2 года о них никто не вспомнит. А когда вспомнят, мы, наверное, будем эксгумировать труп их и таскать его, провонявший этот труп, по всем переулкам нашей великой Родины. А вот как вы оцениваете результат выборов? Вот именно партия «Яблоко», как вот эти думских выборов вообще все это, ну, по вашему мнению, выглядит? Я считаю, что партии «Яблоко» просто в этот раз не было команды пройти в Госдуму. Но когда-нибудь наш президент сжалится, и партии «Яблоко» тоже дадут место. То есть мы не то чтобы выбираем, мы ждем, когда нам дадут место. А думскую гонку в Бурятии как оцениваете? Думскую гонку? Ну, это примерно то же самое, что и гонка, гон у животных. Вот в этом роде я ее оцениваю. Думский такой гон. А вы-то, Алексей Валерьевич, может, тоже что-нибудь скажете в этот... Такой прискорбный день, в такой час. Да, действительно, день у нас прискорбный. Мы до сих пор не можем отойти от этого вот горя. И нет оснований думать, что вообще у нас что-то лучше будет. То, что у нас происходит, нет, не дает нам оснований думать, что что-то изменится к лучшему. Все будет плохо. Ну что, пройдемте на поминки? Ну давайте. Я побежала. Точно? Да. Заметку напишу на сайт. Посмотри. Еще что цензуру не пропустит, опишем в группу, ладно? Давай. Ну ладно, Таня, всего доброго. Чего вы туда?